Доброе утро. Вышли погулять, погодка у нас. Передают какие-то вообще страшные вещи. Слышали, сказали сегодня, что май, такой холодный май. Такой холодный май был еще там 100 с чем-то лет назад. Да? Вот так вот. Ну, поэтому и ходим вот так вот в зимний, во всем в зимнем. Как ходила зимой, так и хожу сейчас. Ни капельки не жарко, еще и подмерзаю бывает. Сегодня столько дел, столько всего нужно успеть. Как потемнело у нас. Оттуда идет. Передали опять ветер этот штормовой. Гроза, град, ливень. Все прекрасно. Мы хоть часик погуляли, сейчас вот сколько успеем еще погулять. Дождик уже начался. До последнего будем стоять. Вот теперь точно начинается, вам не слышно? Ураган идет оттуда. Там и дождь льет. И вот этот шум сейчас он сюда даст. Ветер. Пока нету, пока он там сзади. Ага. Ага, появляется шум. Не слышите? А-а-а. Бежать домой, думаете, да? Ну, полтора часика уже погуляли. И сегодня в таком, в хорошем месте прям. Тут травка такая большая нашли. Вроде они ломанулись, но остановились. Я не возражаю, собственно, потому что уже нормально поели и уже надеяться не на что. Все-таки вчера передавали град, не было. Града, ливня, вот этого урагана не было. Спокойная ночь такая была. Уже надеяться не на что. Все-таки он сейчас долбанет, я думаю. И ливень, и гром. Так-то мы и в дождь гуляем, и в сильный дождик, ничего. Но просто сейчас как бы уже, наверное, хватит. Вот, пожалуйста, дождик идет, они нашли хорошее место и едят, ну и пускай едят. Этому всегда мало. И так толстый уже. Прибежали, и все кончилось. Светлеет. Посмотрите, что он тут раскладывает себе. Ты прям такой длинный. Вот отсюда туда. Как оттуда вот туда? Сбоку. А ты хочешь... Ну, давай, давай, ладно, заворачивай. Хорошо, он был по-другому. А, да, вот так вот вбок. Ты так и хотел? Да. Только потуже его нужно делать. Нормально. Нормально? Ну, ешь. Я так себе. Вот, приготовил. Чаек тебе налить к нему? Ну, давай. Ну, давай. И нужно было по-быстренькому сгонять в МФЦ. Я уже оттуда, да. А в перерывах между беготней, то есть я пришла, мы погуляли с козами, я пришла, я поставила... Брынзу, ну, естественно, как, какой-то другой сыр я не смогу делать вот так, с такой беготней. Это ни в коем случае. А брынзу, почему я вам каждый раз говорю, что это такой удобный в приготовлении, такой легкий сыр, что можно попутно заниматься еще несколькими делами. Когда ты делаешь какой-то там серьезный сыр, конечно же, такого допустить нельзя, иначе в конце что-то получится, но это получится не тот сыр, который должен быть. То есть я сейчас вам не говорю, что можно начать делать сыр и все это забросить и иногда только туда подходить. Нет, у меня просто, мне просто обязательно нужно было сегодня съездить в МФЦ, и у меня был выбор. Или поставить до этого и быстренько съездить. Меня муж отвез туда-сюда. Или приехать, но уже время много. Мне сейчас тут быстро сейчас все размешать, слить, и мне опять уходить с козами. Вот в чем дело-то. Сейчас посмотрим, как там все. Ага. Ага.
куда тебе деть-то? Вот как у нас все получилось-то, а? Вот как у нас все получилось. Ну, хороший, я вижу отсюда, что он классный. Вот, видите, ровный, ровный. Вот как надо делать. Поставил, побежал, пенсионный. А, не, в МФЦ, завтра муж в пенсионный. Куда надо, сгоняли. Нет, конечно, по записи было, иначе, знаете, часами сгоняешь вот так вот. В больницу по записи пойдешь и придешь через 3 часа. Ой, да какой прям хороший, такой упругий, прям весь такой сгусток вообще классный. Вот, а то что бы, я только сейчас поставила, ничего не успеешь сделать, и опять задержалась бы, чтобы идти с козами, а там опять темнеет, там опять творится, что не пойми, что. Тот-то дождик мы нормально пережили, та волна. Вот мы убежали, нет, мы пошли, и как бы он такой, и кончился. А вот опять что-то не имется, опять темнеет, и хочется, конечно, погулять-то. Угу. Так, у меня здесь что творится? Это рикотка, которая... Я ж вчера делала... Где глава? Где глава? Я вчера делала рикотку. Качоту, и рикоту. А поскольку у меня не так по многу получается рикоты, то есть самопрессоваться там не очень-то получится. Как это делают, допустим, когда делают в большом объеме творог, да, и, или подвешивают, да, когда у меня мало, ну, плоховато стекает, когда мало продукта какого-то, да. Так, здесь у меня рассол еще от кочетки, куда я помещу это. Здесь вот у меня полная, это я брынзу делаю, вы думаете, о, какая ерунда, что она поналепила, да, ничего, мы это соединим. Где крышка? Вот. Вот так вот. И пока он самопрессуется. Сейчас она брынза, она быстренько подсядет. Я немного вымешиваю. Немножко вымешиваю брынзу. Если бы я ее умешала бы до такой степени, досушила бы зерно, конечно, она была бы посюда. А это у нас... Такой ход конем. Так, а потом получается красота какая. Еще какая. Ой, прям сейчас бы нужно было побежать с козами, потому что темнеет. Ах, хоть как-то пораньше, хоть на сколько-то. Ну, не получится. Хоть полчаса мне нужно подождать. Он подсядет, чтобы мне его перевернуть. Ну, давайте пока. Оно усядет. Пока еще не убежала, но усядется. Ай, тяжелая я. Туда. Вот так. Подогнуть туда. И еще садится. Давай. Еще подожду. Сейчас. Подсаживается уже просто.
переворачиваю и ухожу. Видите, как уже подсело. Я убегаю. Пока не помил. Кочетку уже сегодня не покрашу. Нужно красить, но сегодня есть только вечером. И завтра покрасим. Уж вместе. Посмотрим сыры.